Здравствуйте. Находимся на объекте. Фасады этого дома были утеплены пенополистиролом ППС 16F, толщина 150 мм. Приклейка производилась на клей пену Церезит СТ-84. Выполнен базовый армирующий слой. Из пенополистирола выполнены декоративные элементы, и они покрыты базовым армирующим слоем из клея и стеклотканевых сеток, фасадной и архитектурной. Как видите, ребята сейчас наносят кварцевую грунтовку, потому что на этом доме будут очень насыщенные цвета, очень яркие. Поэтому приходится подкрашивать основание. Кварцевая грунтовка заколирована в объеме. Церезит СТ-16. Как видите, цвет такой конкретный. Плоскость, как видите, уже огрунтована желтым цветом. Тут будут сочетания сразу нескольких цветов. Другой человек, видите, грунтует белой грунтовкой. Наносится при помощи маклавицы либо кисти. После того, как будет нанесена грунтовка, ребята будут наносить декоративную штукатурку. У вас тут краетка мешковая? Краед, да? А, ну да, под краед, тем более насыщенно обязательно, а то внутри червячков будут белые полоски, если вот белый просто делать. И потом будет очень неудобно их закрывать. Как видите, ребята готовят основание под декоративку. Вот, собственно, кварцевая грунтовка. Вот как она выглядит. Сейчас они прокрашивают более интенсивно, чем обычно, потому что это краед. А внутри краединки, если будут проплешины, им потом придется нудно и долго торцевать. Поэтому они стараются сейчас прокрасить очень-очень интенсивно. Радиусные стены. Я в свое время снимал, как Паша здесь листы гнул карнизы вот эти вот междуэтажные и так далее. Объект сложный. Потому что, по сути дела, это реконструкция дома, который построен был достаточно давно. Реконструкция утепления. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Счастливого вам, удачи. До свидания.